Внук британской королевы Елизаветы II, герцог кембриджский Уильям обвинил герцогиню сассекскую Меган в похищении брата. Об этом пишет британский историк и биограф Роберт Лейси в новой книге «Битва братьев. Уильям и Гарри. Дружба и вражда», отрывок из которой приводит издание The Sun. По словам Лейси, принц Уильям убежден в том, что Меган Маркл следует тайному плану, по которому хочет похитить его брата, принца Гарри, из семьи и настроить его против родственников. Помимо этого, герцог кембриджский обвинил ее в подрыве некоторых драгоценных принципов монархии. Также Лейси упомянул, что Уильям чувствует себя обиженным и преданным, а его жена Кейт Миддлтон с самого начала опасалась Маркл. Узнав об этом, принц Гарри обиделся на брата и перестал отвечать на его звонки. Кенсингтонский дворец отказался комментировать утверждение писателя. Ранее в июне герцог и герцогиня Сассекские заняли второе и третье место в вопросе о самых уважаемых представителях истеблишмента. По результатам опроса выяснилось, что наибольшим уважением у молодежи пользуется королева Елизавета II, которая набрала 25% голосов. На втором месте разместился принц Гарри с 22%, а третье место заняла его жена Меган Маркл, которой отдали предпочтение 21% опрошенных.